Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и в этом видео я расскажу, как я вкачал 10 скилл рыбака и прибыльно это или нет. Также в этом видео я продам 4000 килограмм рыбы, поэтому на собственном примере я вам покажу, стоит ли заниматься рыбалкой или нет. Но перед этим я хотел бы напомнить, что играю на первом серии Amazing Holy Play, мой ник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте увидеть мой ник по регистрации и также не забывайте увидеть мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Ну что ж, пацаны, я все-таки смог прокачать 10 скилл рыбака, это очень круто. Разница, пацаны, очень большая, я вам ее покажу, в принципе, и всем объясню, чтобы вы знали заранее. Давайте покажу, что у меня все-таки реально 10 скилл рыбака, вот пишем информация, и здесь получается вот. Ваш текущий скилл 10, всего поймана рыбы 7500 килограмм. Я качал, пацаны, скилл, получается... 3 дня. Но 3 дня я качал его не с нуля, а с 7 по 10 скилл я качал 3 дня примерно. А вот с нуля, честно, не помню, пацаны, потому что я начал качать этот скилл, когда только рыбалку добавили, и я не очень занимался там, бывало, приходил на 5 минут, порыбачил и ушел. А вот 3 дня назад я серьезно решил прокачать скилл с 7 получается по 10, и у меня это получилось. И теперь, пацаны, я просто ловлю до 30 килограмм, чтобы вы понимали. У меня получается удочка 2 уровня, давайте я вам покажу, как она вообще выглядит. Зайдем, получается, в 24 на 7, и я вам покажу, какая разница между этими удочками. Вот, смотрите, вот эта удочка первая получается, ТФТО. Она доступна с нулевого скилла по 10. А вот эта удочка доступна получается с 10 скилла по 30. Скажу вам честно, что получается между 10 и 30 нету разницы. Когда уже прокачаете 30 скилл, вы сможете брать третью удочку. А так, то на 10, что на 20, что на 29 килле вы будете ловить до 30 килограмм. Как бы между 10 и до 30 разницы нет вообще, чтобы вы понимали. Поэтому вот такие вот дела. Чтобы вы понимали, у меня сейчас вот все эти машины, видите, 6 машин у меня. Они все полностью забиты рыбой. И еще в особняке у меня лежит 1950 килограмм. В принципе, вот, все эти машины забиты рыбой, и в этой серии мы их продадим. Всю рыбу продам я и посмотрим, сколько я заработаю. На личном примере вам покажу, прибыльно это или нет. Продам 4000 килограмм, ну, может там больше, я не помню. В машинах где-то 2200 килограмм, 2200, а в особняке 1950. Давайте съездим в особняк, я вам покажу, и будем начинать уже продавать рыбу. Кстати, забыл сказать, должно было видео вообще сниматься про эту машину, я решил записать, короче, про рыбалку. Потому что это будет интереснее, а следующее видео уже будет про вот эту машину, мою машину, которую я купил. Я там уже все в видосе расскажу. Вот, я приехал в особняк, и как бы у меня тачки забиты, а дома у меня сейф не куплен. Поэтому я туда рыбу ложить не могу, поэтому я решил ложить сюда свою рыбу. Вот, видите, 1950 килограмм моей рыбы лежит здесь. Это именно я со вчерашнего дня носил сюда. Килл я вчера вкачал примерно в 9 часов вечера, а нет, 7 часов вечера я вкачал скилл 10, и вот за это время я забил, получается, вот этот шкафчик. Даже, а не, я сначала машину забил, по-моему, одну машину я забил, это РСК была, и потом уже начал забивать шкаф. И еще на руках у меня есть, получается, 150 килограмм. Сначала я сейчас продам рыбу, пацаны, и сразу хочу сказать, что рыба, каждый раз цена на рыбу меняется. Каждый ПД цена может быть разная. От 200 рублей за килограмм до 350 рублей за килограмм. Повторюсь, сначала я сейчас продам всю рыбу, мы посмотрим, сколько это получится денег, и потом я пойду на рыбалку, покажу вам, сколько я ловлю килограмм и расскажу вообще про удочку. Show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show
show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party.
Ну что ж, вот я продал рыбу, как видели, я сначала положил все деньги, получается, на банкомат, чтобы у меня было ноль. И вот такая вот сумма получилась, пацаны. Это 1 миллион 212 тысяч 590 рублей. Понимаете, просто, я вот посчитал, получается, за 5 часов вы спокойно можете нарыбачить, если у вас 10 скилл, 4000 килограмм. Именно столько я продал, ну, может, чуть-чуть больше, я не знаю, точно 4000 есть? Где-то 4200 килограмм я продал, короче. И вышло это, получается, 1 миллион 200 тысяч. Сначала я приехал, рыба была по 327 рублей за килограмм, а потом стала за 277 рублей за килограмм. Короче, если у вас будет нормальная цена за килограмм, даже вы сможете разработать где-то лям 300, лям 400, если у вас там 4000 килограмм. Конечно, я заколебался ездить, но надеюсь, вам понравилось то, что я вам все показывал, как бы. Я вам на личном примере показал, что это реально заработает. То реально заработать на рыбе миллион просто. 4000 килограмм вы продаете, и у вас получается лям 200. Это довольно-таки неплохо. А при хорошем курсе рыбы вы сможете заработать еще больше. Мой вам совет, если вы новичок, если вы еще даже не играете на мазинге, то приходите на первую серию, вводите мой промокод. Как бы рыбалка доступна вроде бы как с любого уровня, даже с первого. И вы просто садитесь, задротите, качаетесь до 10 скилла и сможете спокойно в час зарабатывать 200-250 тысяч. А за 5 часов вы спокойно можете зарабатывать миллион. Я считаю, это очень круто. Теперь поехали на рыбалку, я вам все расскажу и покажу. Ну что ж, вот видели, как я рыбачил, я ниже 10 килограмм вообще не вытаскивал, там по 22 килограмм, по 24, по 18, по 15 килограмм, я спокойно вытягивал. Мой вам совет, просто прокачайтесь до 10 скилла, и вы просто будете рубить реально хорошие деньги. Давайте дам вам еще пару советов. Если вы новичок, у вас нету денег, то покупайте вот такую вот буханку. В нее лазит 450 килограмм рыбы. Она вам нужна, потому что нужно будет потом рыбу возить на рынок. С собой вы можете в портфель носить только 150 килограмм. Поэтому рекомендую вам купить вот
какой-то код буханочку за 80 тысяч и потом на ней возить рыбу. Если у вас уже бюджет побольше, то вы покупаете, получается, вот такой вот фургон GMC. Он стоит 900 тысяч, с рук его можно купить за 700 тысяч, сюда влазит 600 килограмм рыбы. А если у вас есть нормально денег, то покупайте себе вот такой вот КамАЗ. КамАЗ этот можно купить за 11-13 миллионов, сюда влазит 1200 килограмм рыбы. Вывод такой, что вы качаетесь до 10 скилла, вы, я думаю, это сможете сделать, если там в день рыбачить, ну, по 5 часов, то, я думаю, ну, за 2 недели точно, думаю, вкачаете этот скилл. Главное просто уметь, не косячить, и все будет нормально. А чтобы словить 4000 килограмм, я потратил примерно 5 часов, как я и говорю, 4-5 часов я это потратил, и 200 тысяч я потратил, то есть 200 тысяч я потратил и ушел в плюс на 1 миллион. Это довольно-таки очень круто. Это у меня все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, я своим примером вам показал, что действительно рыбалка это очень прибыльно. Я считаю, что это самая прибыльная такая работа, подработка, которая может быть только на сервере. Все, всем пока-пока.